Поехали! Километров дорогами освободителей. В агрогородке Клейники был дан старт патриотическому велопробегу, посвященному Дню освобождения Брестского района. Спасибо. Мы от крепости стартовали красиво нашей командой. Искупались в лесной, приехали заранее. Вот, и красиво стартанули. Вот, в общем, очень здорово. Хороший выходной. Вот. Очень позитивно все. Все улыбаемся. В Истычах, где финишировали любители покрутить педали, развернулась главная площадка празднования Дня района. Обелиска погибшим в годы войны собрались представители власти, общественных организаций, учреждений, предприятий. Гости из разных уголков нашей страны, городов-побратимов, местные жители. Почтить память тех, кто сражался за наши жизни, долг каждого. Сейчас Брестский район один из ведущих в области. Сельским хозяйством гордится особенно. Результаты работы жителей села впечатляют не только в масштабах региона, но и в целом страны, а также за ее пределами. Нас радует урожай, который мы получим, я надеюсь, не меньше, чем в прошлом году. А в прошлом году мы заняли третье место в областном соревновании. Поэтому все складывается так, что и дальше Брестский район будет двигаться вперед, наращивать объемы производства, активно строится жилье на территории района, производственные объекты. Ну и, естественно, увеличивается количество жителей в нашем районе. Традиционная изюминка Дня района – фестиваль «Мое Прибужжа. Край добробыту». Участвуют все 11 телесполкомов. Их задача – представить свое подворье. Вся продукция, которая у нас представлена, это продукция ОАО «Остромечево». Мы решили оформить в виде дома и фотозон. Фотозона, одна из которых – это наш водоем Кашиловский. Тяжело было определить победителя, потому что мы ходили комиссионно, и комиссионно выставляли баллы, но вот кому высший балл поставить, было очень тяжело, честно говоря, потому что каждое подворье, все сельские советы, конечно же, все предприятия, которые находятся на территории района, постарались, и все активно приняли участие. Но победитель все же один, и это Лыщицкий сельсполком. Не обошлось в этот день и без спортивных состязаний. Впервые на территории Брестского района прошел фестиваль «Мама, папа, я – футбольная семья». У меня трое деток. Самая младшая, 5-летняя Виктория сейчас играет. У нее сейчас чемпионат. Папа наш тоже на игре. Очень здесь здорово, весело. Такой боевой дух, компанейский вообще. Все друг за друга болеют. Также для жителей гостей Прибужского края было организовано множество развлекательных площадок. Завершилась программа Дня освобождения Брестского района от немецко-фашистских захватчиков праздничным концертом. Анна Буйкевич, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».